Всем привет! Сегодня бритье бритвами, японскими бритвами. По просьбе подписчика, начнем, попросил вот двумя вот этими бритвами побриться. Ну и, так сказать, устроить соревнование. Какая лучше? Значит, первая Кикуакан, 302-я. Вот, я ей недавно брился. Великолепнейшая бритва. Вот. И вторая Ивасаки. То же самое. Шикарнейшая бритва. Вот. Тоже брился не так давно этой бритвой. Ну, в смысле, видео снимал. Замечательно себя обе показали. Вот я даже, честно говоря, не знаю, какая из них лучше будет. Вот, какая из них лучше себя покажет. Вот, они две примерно, ну, на мой взгляд, вот одинаковые. Одна другой лучше, типа того. Ну, так, таких вот как бы нету, что одна значительно лучше. Ну, так мне показалось. Ну, брился по отдельности всегда каждый. Вот, хотел я вообще, у меня есть еще кикуакан, какую-то другую комбинацию, но он попросил именно эту вот там, чтобы по форме, ну, пришлось повториться. То есть, как бы недавно этими бритвами брился, еще раз идется. Ну, давайте, раз такой интерес есть, ну, какая лучше. Ну, вообще, вот до бритья скажу, что они оба замечательные, обе бритвы. Шикарнейшие, это вот, ну, из японских бритв одни из самых лучших, вот так бы сказал. Поэтому вот эти соревнования, какая из них лучше, даже не знаю. Так, про раса. Пришейв. Табак. Мыло. Дискосметик. Китайский помазок, Silver тип барсук. Так, ну и автошейф прораса. Ивасаки.
Кикуакан, Тамахагани, Итак, Ивасаки или Кикуакан, Тамахагани. Так, ну мне лучше понравился Кикуакан, Тамахагани, стил. Ивасаки тоже хорош, вот. Но, вот честно говоря, надпись здесь не прочитал. Там как раз подписчик говорит, что оба Тамахагани. Так, ну я вот не уверен, есть бритвы Ивасаки из углеродки, а есть бритва Ивасаки из Тамахагани. Вот я не знаю, вот эта бритва, надо будет вообще посмотреть вот эту надпись, что здесь написано ли, что это Тамахагани или нет. Вот. Вот это Кикуакан Тамахагани стил. Мне показалось посильнее бритва. То есть она более уверенно режет. Более уверенно. По сравнению с Ивасаки. Но дело в том, что все относительно. Вот, так-то вот бреешься, и как бы все шикарно, замечательно. Начинаешь сравнивать. Вот это вот все-таки чуть-чуть лучше. Но здесь много нюансов. Здесь еще есть плюс нюанс, который от бритвы не зависит. Это заточка, правка на ремне. Иногда бывает, как-то направишь на ремне, я ремни меняю. Вот. Мне иногда так, ну, кажется, как-то вот правка так немножко неэффективно, что ли, прошла. Ну, не знаю, может быть, кажется. Вот. Как на самом деле. Вот, ну, Кикуакан все-таки лучше. Ну, на мой взгляд. Поинтереснее. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч. Да, кстати, еще там вопросы задавали. Вот как там немецкие бритвы, японские, английские, французские. Как вот, какое мнение сформировалось. Ну, в двух словах не скажешь там. Как сталь, вот бритв очень много, то нужно как бы отдельную,
отдельное видео делать, что ли. Вот. Ну, посмотрим. Тут, собственно, я так по одной бритве так рассказывал, говорил, вот коллекцию свою показывал. Тоже как бы там, правда, в то время ни одной немецкой не было, но так получилось, что не попала ни одна коллекция. Так, ну, следующее бритье опять я буду стараться вот по две бритвы, по-моему, интереснее. Вот, а следующие две бритвы я предполагаю бриться това японская и филармоника Испания. Бритвы совершенно разные, и вот с разных стран, тем более, разных производителей. Вот, поэтому, я думаю, будет интересно. Все, всем пока, до новых встреч.